Здравствуйте! Прогноз погоды на АТВ на субботу, 10 февраля, представлю вам я, Карина Воробьева. Телекомпания АТВ поздравляет всех жителей республики с праздником Белого месяца и желает крепкого здоровья, благополучия и процветания в этом году. Световой день составляет 9 часов и 38 минут. В конце уходящей недели в республику окутает порывистый ветер. По северным районам солнечно. Температура днем минус 12, ночью столбик термометра опустится до минус 23 градусов. Порывы ветра до 5 метров в секунду. Совсем немного теплее на юге республики. Там переменная облачность. Днем минус 3, ночью минус 16 градусов. Скорость ветра до 3 метров в секунду. В западной части Бурятии солнечная погода. Днем минус 9, ночью минус 21. Скорость ветра до 6 метров в секунду. В Кяхте переменная облачность. Днем минус 7, ночью минус 19. Скорость ветра до 8 метров в секунду. В столице солнце будет прятаться за облаками. Днем минус 10, ночью минус 24. Порывы ветра до 6 метров в секунду. С вами была Карина Воробьева. Хороших выходных!